Я понимаю все. При этом. И сейчас этот корабль USS Борщ является своего рода ретранслятором сигнала разума Борга. То есть он передает сигналы. Да. И принимает, и отдает. Это ж ты напакостил. Че ты спрашиваешь? Ну. Так я же был... В эйфории, под грибами, пьяный. Типа ну, и что, ну, действие-то и, то есть, Вова, тебе дали этот. Что ты ожил, ты пришел в себя. Ты не, ну ты искришься, ну ты... Играй. Вытаскивай, вытаскивай. Ну. Мозгу происходит, ну как мозгу? В центральном процессоре происходит полностью восстановление системы. Вова, покажи, как это у тебя. Вот так вот, покажи его, как... О, входи в роль. Вот так вот сделай еще, ну. Не-не. Ты поднимаешься, встаешь, но не чувствуешь никакой связи с Боргом. И тебя это пугает почему-то. Знаешь, такое ощущение страха. Ощущение, что не совсем пустоты. И такой думаешь, а что-то мне так неловко, блядь. А что-то мне фигово. 8%, сэр. Я ощущаю, что ноги это не мои ноги, руки не мои руки, но все-таки они двигаются твоим. Не ругайся, Вова. Я конечно, роль, понимаю, как капитан, сейчас улитка сожрет его. Я предлагаю, Дима, выруби пока Борга ему, переводкни ему поглубже. Я что хочу? Этот, капитан, я предлагаю действительно убрать щиты, просто пока у нас есть энергия, дать разряд на корпус. А я предлагаю Эндрю попробовать опять как-то... Войти в ассимиляцию, что ли? Попробовать. Отцепляй улитку от нас. Давай, быстрее. Да, хорошо, то есть я могу с ним попробовать. Поговорить, да? Если... Ребята, учтите, если будет у нас Саня с этими согласен, мы только хуже, мы потеряем время. Но нет, смотри, если Эндрю не получится как-то его ментально как бы убрать от корабля, или вот, то тогда мы включим эту поляризацию. Андрей, щитов. Что ты делаешь? Подожди, Андрюха, Андрюха, я тебе серьезно говорю. Так, компьютер, сколько мне нужно времени для того, чтобы перенастроить щиты и опустить по корпусу высоковольтное напряжение? Опустить щиты может и компьютер с разрешения корабля. Капитана. Да, капитана. Сколько мне времени нужно для того, чтобы перенастроить, чтобы ударить, ну как его, не знаю, направить энергию на корпус? Пока Андрюха будет там, я за это время буду перенастраивать, чтобы повысить свой вот этот бросок. Ну, ты понял, про что я имею в виду, Сань? Инженерный. Я проверил ваше дело, скорее всего, вам хватит ваших. Тем временем я сделал это за пару секунд. За пару секунд. Все, Андрюха, давай, я побежал. Кабель поглубже заталкиваю, чтобы он вырубился. Давай, вырубай. Тем временем ты понимаешь, что кабель не втыкается, поскольку его зеленоватый, угловатый щит не позволяет тебе физически просто воздействовать на него. И вся энергия, которая из кабеля выходила, она уходит по этому щиту так. И он спокойно встает, очухиваясь. И моргает своим правым глазом. Ой, левым, извините. Правый глаз у него. Вова, тебе только что пытались это... Ассимилировать. В общем, а я тем временем пытаюсь внушить существу, что у нас нету вот этой энергии, что это просто обычная болванка в космосе без всего. Ну, я так понял, у меня шанс маленький, да, для этого? Ну, смотри, кидай кубики. Мы посмотрим, сколько у тебя будет успехов по сравнению с твоим 13-м интеллектом. И там решим. Хорошо, кидаем. Ну, это насколько нужно будет 7 пядей во лбу, ребят? Так, 9 минус 13 у нас получается 4, ты 4 успеха кинул. Да, у тебя получается с ним связаться, ты чувствуешь, оно питается, оно ощущает тебя. Оно знает, что ты здесь где-то на корабле. Ему становится любопытно, ты чувствуешь это любопытство, которое проникает сквозь твой разум, и оно начинает как бы... Не то чтобы... Оно начинает осуществлять общение с тобой. Но ощущение это инопланетное, не похоже на никаких вулканцев или другое псионическое. Оно как бы поселяется в твоем разуме, как личинка, которая... как паразит, который вот... Что-то вот такое делает непосредственно. И оно начинает питаться не то чтобы твоими знаниями, оно начинает ощущать тебя и пытается понять, что это за существо, которое вдруг разговаривает на его волне. Что-нибудь будешь делать? Что делаешь? Эндрю, у тебя получилось, да, как я понимаю? Он сейчас трансит, я вошел в контакт. Да, он трансит, не, сейчас ничего не может. Открыл левый. Я как такой, все, мое, пацаны! Все, мне кто-то там ассимилирует. Мне надо либо его попросить, либо внушить, что вообще ничего здесь нету. Вот я не знаю, что лучше сделать. Не, на другой корабль просто. Сожги ему мозг. На другой корабль? Не, на другой корабль, что там вкуснее просто. Можно я попробую понять, кто это? И изначально нужно знать, с кем мы имеем дело. А, да, кстати, извини, пожалуйста. Кидай силу воли на страх. Да. С минус 2, это 11 и ниже. Почувствует ли она твой страх или нет? А, кидаю. Кстати, это немаловажно. А у тебя есть страх? Ты же вулкан. Конечно, ты чё? Да, у них есть страх.
Ну, у них маленький страх. А у 9. Тебя 9 выпало, ты прокинул, оно не чувствует твоего страха. Ты это сожги ему мозг просто, сожги его полностью. Не получится сжечь, ребята, вы что? Не-не-не. Ты чувствуешь, что оно скорее животное, чем что-то интеллектуальное? Оно имеет свой интеллект на уровне собаки, наверное, не знаю, что-то из этой серии. Ей нужен кость. Мне надо либо кость, либо напугать ее. Но пугать смысла нет, она же голодная. У нее же там что-то внутри еще есть. Надо на соседний корабль. У нас там, помните, на связь выходили? Там 16 человек. Да-да, кстати, вариант. Не, а погодите, а рядом у нас еще был какой-то... Вот рядом корабль, там дофига это антиматерии. На Боргов. Борговский недалеко летел. А мы же разрезали ту корабль, и тот и там материал. Так он уже, он оттуда. Не, мы не разрезали. Да, да. Попробуй на Борговский направить. А Борговский. Направляй только быстрее, а то у нас еще все. Уже сколько щитей сожрет? 7%, сэр. Да тем временем, пока Андрей думал, что делаете вы вчетвером. Но он пока сидит, как бы, да, в трансе все это все. Я быстренько перенастраиваю, чтобы просто реально повысить свой удар для того, чтобы ошеломить. Вы видите, как Денис перебегает через весь инженерный, через всю инженерную вот эту стойку, убегает к пульту управления инженерным, ну, инженерным пульту управления всеми системами корабля, и что-то еще быстро щелкает там. Женя, Дима. Эндер. Что-то, он как бы он уже вышел из транса. Не-не-не, я еще в трансе. Женя, в трансе. А ты держишь, капитан, что делать? Что за руку внушить? Эндрю держишь за руку и говори, вот так не вот подлаживай. Говоришь, сделай. Не, ну то есть я могу с Эндрю сейчас уже общаться, да? Да, разумеется. Эндрю... Но он в трансе, ты можешь ему говорить, но он тебя, скорее всего, не услышит. Я подошел к нему, говорю, Эндрю, попробуй направить на Борговский куб. Ой, Борговскую сферу, вот это существо. Не, ну а если я его не слышу, мне кубики дать, слышу его или нет? Нет, ты его не слышишь нет? вообще. Не, ну как бы ты раз можешь им немного, ну как бы вошел Женя, в контакт. Женя, тогда все, что ты говоришь, когда... Да, не, ну это все равно. А, Дима, ты что делаешь с Боргом? Как у нас зовут Борга? Вова из 9. Борг, его зовут Борг. Борг. Просто пока Борг. Ну пока что название. Нет, как к нему обращаться? Он же сейчас в сознании в своем, которое... Ну ты же... Нет, обращайся как... Дим, давай механическое существо. Смотри, суть в том, что Борг не имеет никакого имени. Это коллективный разум. Огромный разум, который состоит из кучи вот таких вот механических там дронов. Миллиарды по сути. Просто. Их миллиарды. У них весь разум состоит, то есть, как бы они все вместе составляют этот разум, как компьютеры, знаешь, такие, вместе обсчитывают одну информацию какую-то. Так вот, перед тобой стоит дрон, который выполняет какую-то часть. Вы только что его попытались уничтожить, судя по всему, нарушили его целостность, и он сейчас встает, полностью защищенный этим зеленоватым полем, угловатым, прям. Читом. И встает сейчас угрожающе, вытягивает лапу к тебе. То есть ты не знаешь, это был когда-то человеком, он был когда-то. Похоже, как... Но его, к сожалению, ассимилировали, и его живые части тела некоторые заменили на более эффективные металлические имплантанты. Саня, а можно задать вопрос, а почему к сожалению? А, ну может быть и к счастью. Может быть для некоторых это и к счастью было? То есть, как... Ну да, особенно в Доте. Что-то было? Ну, клешня. А, ну понятно. Ну. Ну да, да. Как бы клешни заменить на нормальные инструменты, чтобы выигрывать наконец-таки игры. Дима, твои действия. Вова, я не знаю, что мне делать с этим Боргом. Я медленно подхожу к низу. Ты же это, ты же... Дима, ты голубоглазый блондин, сделай что-нибудь, ё-моё. Зачарую его. Смотри, ты можешь... Вы нашли друг друга, ну. Чтобы ты не растерялся, я тебе могу быстренько накидать какие-нибудь варианты. Например, ты можешь попытаться с ним заговорить. Просто, эй, чувак, как там? Это плохая идея, потому что борги, они довольно злые и ассимилируют все подряд. И очень сильные. Мне понравится, но... Есть ничего. Другой вариант, ты можешь пытаться атаковать его, но твой фазер, как ты помнишь, уже стрелял по нему, и его щит адаптировался к спектру, который любому излучает его фазер. Любому системе лазерных и... Более того, ты можешь попытаться как-нибудь спрятаться от него и, допустим... Ага, глаз его найдет сразу. У него отличный рентген. Его Вов, внимание подожди. Обратить на другого персонажа, как там, на Женю, на Дениса, на персонажа там, не знаю. Я убегаю отсюда. Пусть убивают Дениса. Я знал, что ты упырь так и сделаешь. А я тем временем дал показания Эндрю и хотел подойти... Приказания Эндрю не слышал нифига. Почему он слышал? Не так, слышал? Не, Саша говорит, что я не слышал, Жень, я тогда не слышал. А, он не слышал? Да. Да, он не слышал. Жень, что ты делаешь? Не, а я же спрашивал, что он это могу с ним общаться, ты говоришь. Общаться не знаешь, можешь, ты просто не твой персонаж не знает, можешь ты с ним общаться или нет. А, в общем, я ему сказал, я типа ему сказал так и даже не знаю, дошло до него. Пни меня, что мне нужно.
Вот. Я подошел к Богу, хотел как бы вместе с рядовым Фризом... Погладь его. Нет, выкрути ему волосы. С рядовым Фризом как бы обсудить это все, но видя, что он убежал, я остался тут с Богом, и я ему говорю, ты, Бог, какая твоя задача на этом корабле? Система. Он тебе башню отвернет. Не, ну я так на готовности, конечно, но... Бог, а твой персонаж уже не Борг. Ты можешь сказать, кто ты на самом деле. Давай, вводи себя в игру. Да. Сколько лет я был в ассимиляции? Оскар, да. Вы меня решили этого? Вот так вот, ломка, АТХ. Да. Ассимилируйте меня. Обратно. Да, вот, ты крышню спрячь свою, мне я боюсь это просто. Нормально, нормально. Хорошо у него получается. Ну и давай. А мои знания утекли к этим... К этой расе. Ты тоже был голубоглазым блондином, нет? Не, он был это... Значит, тоже. Что значит тоже? Точно. О, не отвлекайся, что ты сказал капитану? Это важно, чтобы он отреагировал на тебя. А клешни перед собой держит. Да. Где я нахожусь? Да. Ну, просто мозг выключен, надо как-то привыкнуть к состоянию. Ты закончил работу над спуском щитов. Ты видишь, щиты опущены, тебе выдается вся информация. Существо сейчас находится на корпусе корабля. Я увидел, да? Да, и дается новый толчок. Как только существо дотронулось до вашего корпуса, дается новый толчок, и вы все делаете снова бросок на ловкость. Вот этот. Я делаю первый. Давай. Вы все должны 10. Делать. Да. Ясно. Низ 10. Кинул. Мне 10. Кинул. Так, я кидаю. Сейчас опять свалился куда-нибудь. Кидай, Андрюш. 10. Андрей тоже справился. Хотя он сидел и ничего не делал. 17. А Борг упал. Тебе много железа сильно. Тебе надо это. Я слишком тяжелый. Тихо, тихо. Так, кто еще там? Я тоже свалился. О, капитан немножко покачался, да? Или упал? Вова улетел, а капитан на Вову просто упал. Не-не-не, да, Борг упал на капитана. Собственно, Борг улетел так, вместе с капитаном. Вот, они бьются об трубу, оба. Об трубу? Бедная труба. Об чью трубу? Об трубу, которая в инженерном отсеке стоит. Она недавно была установлена как раз-таки здесь Боргом. Причем оба ударяются опять же торсом, то есть, ну как бы их перекатывает довольно сильно, и они ударяются торсом. Вам очень больно, кроме Ромаруки. Персонажу Вове не больно абсолютно. Я понял, 2 секунды. Жень, ты сверху этого Борга находишься, и вас всех тряхануло очень сильно, искры в разные стороны полетели опять. И вы слышите прям вибрацию по кораблю. Все понятно. Сразу же я даю понять, чтобы почему я сейчас это сделаю. В связи с тем, что капитан в отключке, а Тулок находится в трансе, получается, я остаюсь за старшего. Ну, именно на данный момент я хочу кинуть на бросок на этот, как его, на ошеломить это чудовище, как бы этот, как бы. Током. Током. Хотя при этом я... Не, 2 секунды. Хотя я при этом понимаю, что я могу сделать больно Тулоку. То есть, потому что он же в нем в сознании, он чувствует, почувствует твою боль. Нет, он в другом подключился. Кого? Почему бы нет? Андрюха удержался на месте. Все нормально, он сейчас в сознании. Капитан, входящее сообщение. Ну я еще пока не кинул, я думаю, короче. Капитан ошеломлен. Не, капитан нормально. Нет, киньте здоровье. Он просто об трубу бьется. Капитан, да, киньте здоровье. Кинь здоровье, Жень. Не, ровно. Там 10 у него, ровно 10. А Румару кинь тоже здоровье, но у тебя там, поскольку системы укрепленные, то вряд ли у тебя там получится. Да, нормально, все кинул. То есть нормально. Ну мне, да. Я так ушибся, такой. Что ж такое? Что сегодня я всем нужен? Алло, кто там? Я знаю, что вы принимаете мой сигнал. Пришлите сюда! Это шаттл, опять... я вас умоляю! Опять да пошлите ему шаттл с этой фигней, вот которая у нас да на что корабле. Что ж сидит. Такое? То бог, то эти на корабле, Тулок еще в этом в существе. Что же за день сегодня такой? Тулок в существе. Тулок в существе. Тем временем, Андрей, у тебя есть. Андрей, у тебя для отыгрыша есть 3 минуты, потому что ребята как бы 3 минуты сейчас отыграли. Так. Ты сейчас в существе. Да, я в существе. Я пытаюсь внушить существу, что на нашем корабле нет энергии. То есть ее здесь вообще как бы нет, обычная железка.
Может быть, перенаправить? Вон. Ну, надо сначала хотя бы, чтобы он перестал обсасывать нас. С осторожностью начинает лезть в какую-то другую сторону твоего, этого же корабля. Ваш корабль трясет, но не так сильно. У вас просто тряска, и вам тяжело идти. Минус 2 к ловкости на действие различные. Угу, то есть я, ага. Оно начинает переползать куда-то, как улитка. Так, если оно переползает, значит оно в рубку, там, где у нас шаттл. Может реально шаттл отправить, оно за шаттлом. В инженерный отсек, Андрюш. Ты чувствуешь, она понимает, что все-таки вкусной энергии есть. И это та самая часть, которая является системой жизнеобеспечения. И оно туда лезет. Ну, давай отключим. Давай отключим систему жизнеобеспечения. Это уважаемые зрители. Я тебе серьезно говорю, объясни, смотри, какая тема. У нас есть противогазы, ничего страшного. Ну не противогазы, а средства для дыхания. Не, я. Я сейчас видишь, ты в трансе, я не могу ни с тобой говорить, ничего, ни капитану, ничего сказать. Давай, Андрюха, действуй. Ты либо сейчас должен выйти из транса и непосредственно отдать нам распоряжение. Она ползет, то есть я ей внушил, что ничего нет, оно все равно ползет. Да. Значит, я могу ее отпугнуть. Да, можешь. Ну, допустим, представь, что на самом деле этот корабль является чем-то чужеродным. Еще более здоровенная фигня такая, которая пытается ей. Которая хочет ее сожрать, да. То есть я пытаюсь это сделать. Давай, это будет с минус 4. То есть 9 и ниже. Но ты можешь воспользоваться фишкой. Я тебе напомню, тебе еще оставалась одна. Ага, хорошо. А мне сразу пользоваться или сначала кинуть? Нет, можешь сначала кинуть. Кинуть, ага. О, 6. Отлично. Вообще. Вы слышите, как ваш корпус еще сильнее скрижетит. Что-то ударяет об ваш корпус, вас просто там трясет безумно. Вам всем нужно кинуть на ловкость. Mm-hmm. Существо очень быстро выходит из твоего разума, понимая, что вы на самом деле хищник. Большой, который охотится за ней. Так, Денис, нормально. Фриз нормально. Та-та-та-та-там. Ух ты. Кто это? Верочка. Румарок, нормально, отлично. Женя. Андрей, нормально, отлично. Вообще что-то прет. Я прям хорошо, я прям примагнитился. Вы удержались на своих местах, ничего не произошло страшного. Но тем не менее, корабль заискрил еще сильнее. Вы видите, как некоторые системы просто проваливаются, ну то есть я имею в виду фейлится. И там появляются просто мириады искр из разных сторон. А я же вышел из транса уже. Да, или... ты сразу выходишь из транса, ага. Видимо. Ага. У меня есть предложение сейчас Тулока направить в разум этого... Борга, не надо. Борга. Нет, почему? Так, погодите, стоп, Эндрю, у тебя уходит, получилось, Денис, да? У тебя на радарах читается, что существо очень быстро уходит от вас. А у нас капитан, же отлично, что надо что-то включать же, да? Две секунды, сейчас сказали, что... Так, капитан Жити обратится, смысл в чем? Я предлагаю, существо, во-первых, уходит, то есть тулок, у Тулока получилось походу ему внушить, во-первых. Во-вторых, я предлагаю поставить, в связи с тем, что сейчас щиты пока временно отключены, пока будет это все восстанавливаться, поставить заслонки, ну такие, знаете, такие энергетические, там где пробоины нам, на кораблях. Компьютер, нам хватит энергии для этого? Тут, вряд ли. Хорошо, тогда делаем что? Капитан, я тогда предлагаю сделать так, законсервировать те менее важные, как сказать, отсеки корабля, и полностью их обесточить для того, чтобы сохранить электроэнергию в корабле. Да, это мудрое. Экран появился на. Я делаю так вот. Все, команда ушла. Экран? Хорошо. Да, там заставка сейчас. Ты видишь, как в то время, как ты, Денис, набираешь на консольной панели вот это все необходимые команды для того, чтобы все это превратить в жизнь, ты видишь, как существо что-то сбросило из себя и разворачивается, и набирает скорость очень сильную, высокую. Какую? В нашу сторону? Да, и ты видишь, что вектор направления идет все... Ну, вот если это ваш корабль, да, вектор, он вот так вот сначала идет, маленький вектор такой маленький, и он увеличивается вот в эту сторону. То есть в вашу корабль. А, Андрей, посмотри, я имею в виду, что-то говорит, заставка идет, вроде нормально все идет. Все, теперь нормально, пропало. Я посмотрел, ничего не вижу.